Доброе утро. Узаконить студенческие отряды. С такой инициативой выступил молодежный парламент округа. Сегодня о студенческих отрядах и данной инициативе мы поговорим с председателем молодежного парламента Придумь Игры Николаем Заболотневым. Николай, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Почему молодые парламентарии решили обратить внимание на эту тему? Ну, тема актуальна. В нашем округе просто огромные объемы строек ежегодно. И, насколько мы знаем, студенческие отряды, они принимали, наши егорские студенческие отряды принимали участие в таких стройках, как космодром Восточный. Угу. Они принимали участие в самых разнообразных стройках на территории России, на территории Ямала принимали. Угу. И нам бы хотелось, чтобы наши студенты, которые проживают у нас в регионе, которые обучаются у нас в регионе, они могли и поработать больше у нас, в нашем регионе. Тем более, что раз они уж выполняют такую работу важную, тем более еще само приобщение молодежи к труду тоже, я думаю, очень полезно. И поэтому ну, использовать решили для себя и, конечно, в общем-то, провести время и поработать, и заработать. Тем более труд-то по специальности идет у нас, что очень, кстати, важно. А вот так? Угу. А как же сервисные отряды? Ну, например, те же проводники. Здесь же не совсем же по профилю. Ну, есть возможность получить небольшое образование, так сказать, корочки, потому что все представители стройотрядов, они имеют право пройти обучение по определенному направлению. Допустим, штукатур, маляр. И бесплатно. И так далее. Платно. Платно. И для молодежи это платно? Это платно для всех, абсолютно. Так. И вот как раз-таки наш законопроект, он, я надеюсь, позволит как раз-таки компенсировать эту часть суммы за обучение. Потому что в других регионах как раз-таки компенсация происходит это на обучение и на получение медицинского свидетельствования, такого, так сказать, допуска к определенным видам работ. А сколько у нас вообще в Югре студотрядов и чем они занимаются? Там есть какая-то статистика? Потому что объединение есть, как я понимаю, филиал всероссийского, да, движения студенческих отрядов. Вот есть он в Югре, где он у нас расположен, и сколько на самом деле у нас отрядов таковых он зарегистрированных? Он находится у нас в Сургуте, это такая у нас главная точка студенческих отрядов. У нас их порядка 42, это и студенческие, путейные, сервисные, отряды добровольных пожарных и так далее. Ну, сами строительные отряды. И бойцов, которые принимают участие в стройотрядах, по данным регионального штаба, более 4000. Ого! О, да. То есть это в этом сезоне будет? В этом, да, на 17-й год, да, такие цифры предоставляют. Ну, давайте, Николай, поговорим теперь о том, как вы готовы поддержать законодательно, да, и на основе каких регионов, возможно, вы рассматривали опыт подобной поддержки? Ну, основной, конечно, нам понравился законопроект Архангельской области. Он такой широкий, обширный. Хотя, между прочим, Совет Федерации нашей страны, они разработали модельный закон, который рекомендуют всем регионам для принятия. Но вот наш закон, он основан, конечно же, мы его сравнивали с модельным, ну и немного добавили, потому что в Архангельской области он гораздо шире, немного шире, там и поддержка шире рассматривается. А в чем его суть? Суть заключается в том, чтобы, во-первых, определить правовой статус, определить органы государственной власти, которые будут отвечать за развитие студенческих отрядов в нашем округе, они будут создавать реестры, определять перечень работ, они будут это публиковать в средства массовой информации, ну, совместно с нашим региональным штабом работать по привлечению новых бойцов в отряды. А вообще студенты охотно идут в студотряды у нас в Югре? Студенты идут охотно, когда есть где работать, потому что сейчас... Ну, я понимаю, вот смотрите, Николай, волонтерство очень востребовано, и это правильно, а вот все-таки вот это востребовано, хочет наша молодежь заработать? И есть ли такая возможность? Потому что, опять же, мы говорим ведь о неквалифицированном труде чаще всего, правда? Да, я еще раз говорю, что у нас большое количество разнообразных строек, поэтому... То есть вы надеетесь на то, что, ну как бы, инициативная группа надеется на то, что это будет поддержано законодательно, и определенный пласт работы строительные организации, стройки будут выделять именно под студенческие отряды. Да, это было бы хорошо. Так, ладно, хорошо. Теперь поговорим вот о чем. Это движение все-таки всероссийское, а вот в других регионах подобный опыт есть? Подобный опыт есть. Опыт такой есть и у наших соседей в Тюменской области. А смотрите, Николай, значит, это инициативная группа товарищей. Вот мы, чтобы понимать структуру молодежного парламента, комитеты как таковые и в молодежном парламенте, как и во взрослом, тоже существуют. А где, существует. Вот, что за группа товарищей выступила с этой инициативой студотрядов?
Я как понимаю, смотрите, вот вы были сам в студотряде? В студотряде я не был. Мой студотряд был бабушки в огороде с дедушкой. Ну, надо помогать старшим, естественно. Это да. Мне просто не удалось в них поучаствовать. Но уже во время своей учебы я не в рамках студотрядов, но тоже работал. Кстати, вот в телекомпании «Югра». И я просто по себе знаю, сколько это хорошо и полезно работать. Попытаться поработать во время учебы, во время каникул, определиться вообще с будущим своим, проверить свои навыки, вообще проверить свое отношение к этому направлению работы. Но молодежь... Да, я уверен, что вашу инициативу поддержат, потому что конечно. И губернатор Наталья Владимировна как раз тоже, она же поддержала вашу инициативу, то есть готовы. И органы власти ее поддержать. Кроме того, что вы только вот с этой инициативой вышли. Ну, я думаю, готовы. Тем более мы этот вопрос еще будем обсуждать. Мы предложили, так сказать, наш проект закона, который еще, конечно же, будет обсуждаться. Какие-то моменты будут еще оттачиваться. Он еще пройдет и разнообразные экспертизы. И наш закон, в том числе антикоррупционную экспертизу пройдет в Думе Югры. Поэтому еще предстоит такой достаточно долгий путь. Но я надеюсь, что все-таки мы дойдем до финиша успешно. Дело важное, дело очень нужное. Тем более, что старшее поколение, которое смотрит нашу программу, они наверняка, как и ваши родители, наверняка, Николай, да, с трепетом вспоминают эти волшебные месяцы, когда можно было... Но здесь я думаю, что не все дело только в заработок упирается. Дело в том, что когда создается команда, когда есть коллектив, нам действительно все по плечу. Но тем более, когда мы говорим о команде Югры. Это правильно. Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо. Доброго дня.